Да, я уже по этому поводу поржал. А, ну и шаман тоже 6 чел. Да. Кто 5. бутылки выдает? Если 6. Привет. 5 же шаманов. 6. В шестой пати тоже считай. А, еще и шестая пати есть, уж. Ну да. Садрюха, иди потанче. А? Иди потанче. Сколько у нас вообще танков? Два персонажа. Потанчу. Да, на уфологе КД? На ком? Ну, на уфологе. А я хуй его Мы знает. не. Уж когда же со мной ходил, вроде нет. Да нахуй А, нам у нас два танки, КД. ебать. Похуй вообще, ебать. Чтобы у тебя протовара не было, наверное. Похуй, про товар Нет, сила. я был Короче. в каком-то ЦЛК 100% волна, потому что я там еще с кем-то ссорился, блядь. Ну, не ссорился, типа, вернее, слушал кого-то там, блядь, неадекватно. Так ты же с нами был, Мэнни. Ну, так я был танком. Ваня, мы в тебя верим, ебать. Ну, в три вара пускай, валёхает, и все. Еще у шнурков поставить его он туда и все. Зачем Хорош. три танка? Не-не-не, пусть два хилят. Хочешь ШМ танчи, ебать. Чуть хочешь ШМ танчи, я его не собираю. Да не ты, шнурки, вон он нафакашит. Это звучит как план. Это банки перед ребром дадите или сейчас, может, кто даст? Но я перед ребром возьму это на ДД. А чё, сейчас кто трэш будет чистить или чё мы дрочим? Тут 24 человека в рейде, блядь. Ну пошли. Ладно, Войд, так уж и быть. На сурке я спекну в шипа. Ну все, блядь. Отхуяри тебя. Ну да, давай. Удачи, ёпта, блядь. Давай. Тупо, блядь, 10к дашь, нахуй, не больше, блядь. На Вот так нахуй. вот, тебя уже отхуярили. Мне кажется, было больно. Я только один круг нажал. Тебе будет больно, когда я буду выше тебя в рекаунте, блядь. Хорошо, хорошо. Ну все, как хоть как обмазывайся. Там уже все куплено. Ты потом только возьми это, покидай его скрины вообще вот это все нахуй Дискорда, которые ты знаешь. Да мне похуй на все это. Можешь еще распечатать рамочку поставить. Не знаю, как ты вообще мог поверить в то, что я с кем-то соревнуюсь. Это просто. Взял и поверил. Не верь тому, что Дай видишь. часть. Не верь тому, что слышишь. Да, прием. Прием. Привет. Здорово. Здравствуй. Ребят, у кого Сюда уже нет есть... Декшало. Ребят, Павел, да? извините, Что-то перебью. У кого уже есть проходка из Рестаршам? Можете место уступить? У меня просто проходки нету. А на каких боссов тебе надо? Сендра и Лич. Ну, могу. Не, на Лича Можно мне надо. быть, их не убьют. Мы не убьем их в этом рейде. Смотри, если тебе нужны проходки, там есть вкладка проходки, встаешь на очередь и все нахуй. Я не могу вовремя заходить, я уже объяснял. Не знаю. Я его, короче, не услышу. Я услышал, Зачем тебе только я не тогда могу еще помочь. Ну, он нестабильный игрок, вот и все. Саньку в личку пиши, скажи вопрос. Этот трейд не всегда удается на личке. Блять, на сурке придется потеть, надо Войда передамажить. Сука. Ебать, хули там потеть. У тебя, по-моему, шмот лучше. А Чел. три никакие. Кондёр.
Так у тебя и этот, нахуй, авнутый Т4. Ну, у меня 255-й тоже. То, что там Т4 апнутое, типа, оно нихуя не решается. Могу этого светлого дамаги распекнуть. Мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем. Поддурки. Смайты покидать. На рубл залейте сначала. Два, три, А что за фигня-то по урону, не понимаю, как так получается? А потому что касты не кикают, всем похуй, их еще повернули в рейд, и касты не кикают. Где-то, ну, а можешь напулить на танка, если они врываются в них? Там вар держит, блядь, кто там еще держит? Два вара, наверное, держат. Напульте на них. Либо, либо в рейд их поворачивайте, либо касты. Вы главное не ругайте, идите спокойно, я просто не помню, что за урон бешеный прошел. Потому что трех кастеров поймали, и все, они дунули в танк, в танки отъехали, и поразвернули, и они дунули в рейд, отъехали. Все, все просто, все нормально, по солдату идем, боимся. Я тоже думаю. Забирайте, где там, есть там танчики, ребята. Кстати, тотем замедления, ребят, замедлите, давайте. Там. Сейчас он дыхнет, сейчас как он дыхнет. Я не А чё Орешкин там это что-то возмущается по поводу чего? Ну то что... А, я готов заменить меня, пусть идёт парень. Я готов. Чё, всё? Орешкин, это ты? Не-не-не, просто честно, ребят, я просто на даче, я съезжу, сейчас куплю мясо, пока куплю. Костын, ну ради бога, блять. Я ничего, ребят, я не против, я готов пойти, но если есть замена, как бы, я подкуплю. Ладно, ладно, ну все равно я поеду. Я все равно через час, через 2 часа я все равно поеду. Бля, я сейчас буду муты выдавать, прям с тем просто. Хоп-хоп. Еще один кастует. Маги, дайте столик, пожалуйста. Отъедаться. Yeah.
А кто это ливнул? Надо сам. Новый игрок. Спасибо ему большое. Да, объясните ему, чтобы он обратно плюсанул и остался в рейде, пускай нахлопается, что хочет сделать. Цифры так это не Орешкин ливнул, это кто-то другой ливнул. Так я понимаю. Нано Машинс, он сказал, что у него с работой тяжело было, и сегодня для него поздно, поэтому он спать. Он вообще даже сыграл. Вы знаете, что значит? Значит, то, что я бью. Мэйби. Ого, у нас есть второй паладин, какое счастье. О, есть ретро-паладин, целый паладин, бля. А рок бля, нет, мне, мне вчера приснился сон на сегодня, ребята, что, блядь, я в опе. Слева ловушка, слева ловушка. Смотрите, метку поставил. С правой стороны забирай трэш. Не режь, посалчу, блядь. Обезвредил. Метку, блядь. Моб зашел, заберите. Запах. Эти гиры. Скинем потом, не бойся. Бля, отворачивайте. Наш. Я слу феранул одного, короче. Ты пиздец. У нас один танк сейчас. Да, один танк. О, блядь, еще и справа. Просто падает. Просто падает. Контрольте своих персонажей. Вот чей это. Это Эллен Лапсар. Вы ему типа издеваетесь или что? Что это такое? Ну помнишь, что у нас происходило в первом рейде? Так это продолжение плавки. Да, твой. Не призывай его на трэше. Блять, кроме танков, никто вперед не лезет. Запомни, блядь, кто полез, ну, вперед, ну, кроме танков, блядь, минуса будут получать. Они чисто пулят трэш, все нахуй. Что вы, как, блядь, дурочки хрите, нахуй. Тому бы надо убивать, он много задержит. Бейте вот этого вот черепа. Егор, пейте. Я ему подрезал его сухожилие. На Фила трэш, на Марсеза трэш. Пробегай, брат. Mm-hmm.
Начавшись, никто не смеет входить в обитель господина. Короче, я взял ДД маски. Ну, фобус. Чё, одного порзаешь? Ну, тебе, наверное, сопроты, Декс, бери, наверное, эти, короче. Ну да, я сопрот. Да? Занят и тут вообще? Я смотрю, что у нас только один танк и тойл оффнутый. Если вот еще шнурки я свапну сейчас, а дальше еще кто у нас будет? Петя. Нет. Петя. Нет. Ребят, шаманы, въебите тотем. Исцеление. Двое дайте тотем исцеление, один оставьте тотем на ванну. У кого есть адекватный танк, еще спех? Вары. Прям адекватные. Не просто кусок говна, адекватные. Так, Хилон сопроты, да? Ну да. Ну он, короче, давай, смотри, блядь, можно, исходя из этих, ну кто есть, просто пускай идут он в три танка. Шнурки он блок, у него весь, там хп мало. У нас два на пула. Смотрите. По 60к будет хп? Два распекнитесь, пожалуйста. 40. Let it be. Где Дексиона? Чё такое? Да я сам один фласк. Да. Так, ну в Гризевары 52к, плюс еще если фласку на ПК ему дать. Нормально будет. Еще одного. Марсес, блядь, жулик. Давай. А у блокера что, 5000 в блок будет уходить, да? Ну, у нас типа вариант, либо идем вот таким, типа, бомжа движем, как обычно, в втором рейде, либо меняем людей, типа, именно с танка. Женя, у тебя фаски брать или у кого? Я могу спикнуться. Я могу спикнуться, но я не хочу танчить. Или похуй. Давай посмотрим, сколько у меня там. Да нам еще славно сейчас этого танчить, и дальше там уже будет призывать мейнить. То основатель будет майнить, и, короче, кто-то подсобит, и все. Там ну, что-то... Смотри. Бля, Юр, откуда у тебя уже объект? Охуенный. Засуни Гризевара, пожалуйста. Это больше моего акта. И у него был такой бичлок, но у него было 4-4. Я решил его поиграть, и пошел целка, объект выпал, там топ-3 ролл, и я выиграл ролл. И все. Друг пойдет? Да, станки. У кого СПД? Вон, короче, это, оставляем хит, Гризевар и агрессив.
Ой, блядь, Гризевар, а этот, голосовать-то. Гризевар и шнурки скрепить из ДД. Ну, жду еще панку не могу. Ап у Фобуса, ап тут. Ап тут. Банка на ХП ухода есть? У меня на этом персонаже нет. Поделитесь, пожалуйста, банкой на ХП там типе. Вообще варом дайте вот этим всем. Свадница есть? Тут трусорватель. Можно одну штучку. Слушай, Андрюш, хочу тебя с варом. С протопалом. Не-не, агрессив. Спектница назад, в танка. Шнурки и грязеватель в ДД. Агрессив танка, спектница. Давай, чтобы проще было, вот сюда закинемся. Фобус нахуй сюда. На ком грот он победил, да? Я не знаю, на пулю эти, наверное, петь, потому что трусователь, он типа так, вторичный танк раньше был, типа он не особо танчил, так я понял, по зломану. То бишь на пулю эти на петь, ориентируйтесь танкой по петь, и все. Я, короче, да, я молчу, извиняюсь, если что. Ну, так-то... Не знаю, ладно. Тыкните. Его шея на танк, и кольцо. Его. Что шея на танка делает? Вроде на уклон какой-то, что ли. Чек на баф, кому чего не хватает. Написали в рейчат. Первая, третья пати влево уходит, вторая, четвертая пати вправо уходит. На полы по хике, по хилам Азерона, твоя сестра и Стреля. Налево Шаниша и Орешка справа. Танки, идете первые, грубо говоря, на второй секунде до БМ-пула. Становитесь все в один фрейм. Так же, как вы под босса становитесь за ДДшника, вы также становитесь во фрейм, только все в один, чтобы клиф делили равномерно. Танки пошли. Вместе танки пошли. Давай поиску. Стали в один фрейм. А, после Герд. У всех варов ШВ есть. У меня пока в КД, но других воров может быть здесь. Трассователь, дашь на вихре ШВшку. Ну давай, разбежались вверх. Сатан, трупа притворись. Танки приготовились ловить. Все под босса.
Орешка, близко к боссу стоишь. Можешь клик поймать. Не еще раз зачем. На следующий вихрь, паладин, у которого стоит лед, отдай мастера. И если готов ШВ, хити, отдай ШВ, и мелики смогут спокойно бить. Стреля, ставь тотем на ману. Я ждал. Хорошо. Все, после перезбежки тогда. После того, как сбежимся, сестра, поставишь тотем на ману, шанишка, дашь гимн на ману. Сбежали под босса. Не лежь, кинь, Иннер пострели. Разбежались. Извини, заварушил, да? Не надо, просто аккуратно побейте. Там нам КДшится. Российский подарок. Танки 4 секунды, готовьтесь ловить. 3, 2. Бизи, дай по Азероне пример, пожалуйста. Можно мне Иннера никогда не давать, пока я не говорю? Хорошо. Я потестить хочу. Знаешь, сколько раз твой колодец был нажат? В арке было? Не-не-не, первый колодец они полностью прохавали. Ага. Ладно. Я сначала его поставил, хавал его только я. А потом кто-то из танков подвел его под колодец, и они там сидели хавали его. На втором 10 стаков, так что это... Я прям в них поставил. Но там не совсем удобно было его тыкать. Я понял уже. Ну нормально, 31 тысячу нахилил. Там получается фрейм босса перекрывал этот колодец. Давай, ребят, давай, ребят, они забирают вестника, уводят сторонку, РДД говорят, по нему тахилы здесь, давайте танчить. Увидим вниз, вниз. Вар ниже. РДД есть. ПП. Мелики, куда вы? Смерти хотят. С левой стороны трусеватель, бери также помощника. Хики, ты уже спекнулся? Спекнулся, да. Все хорошо. Агрессив с правой стороны. Двух мобов.
Ставь группу. Отворачивай трэш, пожалуйста. Мелики, под ревнителя не остановимся. Левый. По помощнику остальных заберите. Шаманы, на лиде нужно будет страховать по кастам. ДКшек нету, если будет лужа в миле, будете же дом Зерада, слышь, канцелавра. Ну, канцелавра типа такое, да. Так как неопытный. Чё ты хочешь протестить? Ну, если бездны понерфили, он и ведем поменьше. Стал. Сильно не рванули. Ну, хочу посмотреть, сколько могу хилить. Как. Хотел дальше хилить нечего. Но... Раньше регенил по 124 маны, а сейчас в районе 50-60. Ну, бля, сейчас его... Это неправда. Раньше по 500, сейчас по 200. Как 500? Не 500. Вот так. Ты имеешь в виду МП5 с маны? Да. МП5 с маны может быть, а я говорю тебе количество маны, когда он регенил. Сейчас будет 250-200. Что такое 250-200? МП5. Хотя нет, ну ты же меньше 140-150. 190. Я смотрю. Ну да, суть. А раньше 400 с чем-то было. Да, под 500. 420. Гигу 5. Не, ну все равно ощутимо, но мало. Загрузит. Ты рофлит? И третий раз подряд просто хавал. Интересный вопрос. Ну так его спектрами уже не танчил. Так же трусовали, тут там плохо знают. Что за милик твоя... обычно делал? Твоя задача танчить трэш. Ловить, короче, топорщиков и отворачивать их. Потом, когда босс активируется, просто по очереди босса ну, танчите, таунтите и все. Когда 5 стаков набирается, другой танчит. Лужа прокнула, по тобой отвел босса и все. Ну, главная задача сейчас, короче, выходит трэш, тебе НРЛ назначишь, куда где ты будешь стоять. Вот ты ловишь топорщиков и отворачиваешь. Агрессив, стоишь с правой стороны, трусователи с левой стороны. Первая группа слева, вторая справа. Шнурки хобус не лежь слева, бить дексиона справа. Септембр напуливаешь по трусывателю с левой стороны.
Капон не был. Я понял. Капонил с правой стороны. По агрессиву. Хики также с правой стороны. Азерона, твоя сестра, с левой стороны. Шаниша, Стреля, Орешка с правой стороны. По контролям. Бизи, постарайся, пожалуйста, поконтролить. Если не получится, не лежь, помогаешь. Коты. Так, рук нету. В принципе, коты можете играть в босса. Если не будет хватать, то спичнитесь. Понятно. Заднего моба, Септембр, на пули шутерсевателя. Ты ему сказал пулить в сторону. Ну, пускай будет, Ваня, забирайте по воде. Я не смогу, мне постоянно стойки туда-сюда тыкать, а проще. Значит, давай я положу. А. Хорошо. Ну, в печеньку тогда поводишь. Ты же с левой как раз стороны. К курсевателю подведешь. Все хорошо. Курсеватель, еще отдельное внимание. С левой стороны, со стороны лестницы будет выходить моб. Его будет подводить тебе 4 кнопки. Забирай его. Кому чего не хватило, написали в чат. Они нечего стримерам раскидывать их. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Трэш. Первоочередно по приверженцам сыграли. Сначала дружно. Кто за контрольки? Лужа. Бэт, у тебя встать есть? Вставай. Засилить его. Трэш. Питя рибов. Скрали по приверженцам. Мирик, сыграйте по мобам. Блять, топорщик, бейте последнюю очередь. Сперва бейте мужиков в юбках, нахуй. Сзади мог сразу через Мирики. Мирики сзади, около лестницы. Можно забить мобам. Даже забейте, бейте. Танки чисто ловите, короче, топорщиков, на остальных вам похуй, типа. По моблам активнее сыграли. Мелики с правой стороны добьете, помогите с левой. С левой стороны трэш плохо заливается. Лужа, центр. Ты не в силах противиться моей воле. Стреля, тотем на ману. Шаниша, гим на ману. Лужа. Приготовились мобы. Стопнули по боссу. Друиды тоже топнули по боссу. Свичнулись все в трэш. Потом уже переведем. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах противиться моей. Видите, что моб побежал, дали ему контроль.
Пару процентов готовься ловить, выводи его либо к центру комнаты, либо к краю. На полу в трусевателя. Скинули на полу. Яра. Дух. РДД держите между собой, оранжевый, чтобы лужа не шлопала вас. По крайней мере, не напрягла слишком много. Милики. Агрессив, забирай босса. Берник у меня, давайте так добиваем. Хотя нет, отдайте по 4 кнопки и отдайте по Блоксар. Не лежь по Блоксар. Бизи по 4 кнопки. Там второй танк у нас. Готовься, пока где танк идет. Ты не в силах противиться моей воле. Не за надо. Геру, еще одну. В общем, Геру дайте. Хики, поменяй стойку, пожалуйста. Держи его 3 секунды. Дух. Лапу обновите-ка ты, пожалуйста. Ты не в силах противиться моей воле. На все воля господина. Ваша смерть. Вот как больно смотреть на эти ботинки, а? Когда их хочется. О, я походу одеваюсь. Давайте, может, сразу ебнем трэш, но дадим вот это забагать сейчас его. Уже кто-то хуярит его. Войд, красавчик. Ну ты сказал ебнуть, я начал хуярить. Так, на присутствие. Слышу, иду, вижу, бегу, ебать. Самая крайняя левая пушка занята. Плечи паладиновские. СПД МП5. Мы будем сдерживать орду, пока вы не подготовитесь к взлёту. Пехота усмирителя, занять позицию. На офспек.
костяной шип. Крит дух. Оф спеки. Стреля 10. Крит МП5. Кольчужные ботинки. Так. Трусеватель, ты танчил Мурадина? Агрессив, давай тогда ты, раз ты даже не танчил Мурадина, то возьмешь и потанчишь его. Смотри, агрессив, берешь ракету, джетпак. Перелетаешь первым и вылетаешь последним. Перелетаешь вот примерно где вот я сейчас нахожусь. Перелетаешь и по КД спамишь джетпак под ноги. Это замедляет Мурадина, и тем самым ты уменьшаешь количество стаков на нем. Он медленнее тебя бьет. Так. Следующий момент. Тебе на вражеском корабле будет там лодка или что-то. Тебе нужно будет, например, ну, чуть-чуть левее отойти, чтобы тебя смогли прохилить. Танчишь его близ края корабля. Так. Пушки заняли. Все джетпаки взяли, я запускаю. Агрессив. Танчишь вражеский корабль. Трусеватель, наш корабль. Так, давайте. Вторая пати остается на нашем корабле. Ребята, вы уже полетели на корабле или нет? Летели. Так, орешка, обмен. А ты что, остался? Я вот стою, бля, перед кораблем, у меня его нету. Улетели. Мне показывают точки, вот передо мной стоит Сила, Аксар стоит. Грязевар, Трусовар передо мной стоит. Рано полетел, улети пока что. Улетаю. Так, ребят, никто не перелетает с правой стороны. Чтобы под лицом Мурадина никто не попал. Перелетай. Агрессив. Лови. Ребята, вам сказали, с правой стороны не перелетать. Орешка, ты клиф ловишь. Чего? Ты клиф ловишь, с правой стороны не перелетать, сказали вам. Ничего, брат. Нет, просто вот, ну, около Мурадина, где стоит агрессив, там стоять нельзя. Агрессив, под себя, короче, прыжок. Ранец этот реактивный. Ага, хорошо. Ну, ты специально, что ли? Это лайк. Фактит. Лайк на кораблях. Как его убило? Партнер. Ну как Здорово. Убило? Как убило? 27 и 28 тысяч. Давай сложим. Это получится больше 54 тысяч. Вот так и убило. Много. Круг исцеления. Ой, эхослужитель. Все дружненько взяли и спрыгнули с корабля. Хилили хуёво его, вот так и убило. Вижу, что его только Азерона хилил. Ну да. Три шамана вала ебали.
А ничего, что он сам хил, не? Кто хил? Кто, агрессив? Орешка, я за Орешку. Орешка. Помимо Орешки, как минимум еще два человека. Чтобы просилить наш корабль, достаточно одного хила. Я... Хорошо. Я распределю хилов. Да, круто. Магия в них уже, да? Может, он за лодку зашел, хилы не могли его хилить, может, так было? Короче, смотрите, скажу так, багуйте текстуры, вам надо искать место, где его хилить, 100%, если не можете хилить. Именно сейчас поломали текстуры на кораблях. Если он даже ровно будет стоять, то бишь, он все равно будет искать место. Могу спекнуться потанчить. Да там не спекнуться, там его не хилили просто. Еще раз. Вот я поставил метку ромбик, с этой стороны перелетает только танк агрессив. Агрессив, смотри, ты перелетаешь на вражеский корабль и параллельно этой метке, вот даже еще... Вот параллельно этой метке на вражеском корабле цепляешь Мурадина и танчишь его. Вот, грубо говоря, их корабль, и ты вот так вот на краю стоишь, вот подойди ко мне. Вот ты это будешь Мурадин, я это буду ты. Вот. И так ты его танчишь спиной к нашему кораблю. Вот. Там, кстати, на корабле Альянса можно на балку залезть. Там и Мурадин будет сверху, он никого не заклеивает. И хилы могут с любого места достать. Так, все на корабле. Ты чё, это 50 IQ, да? Подожди, каски нету. Короче, кому надо каска, подходите, не бафуется. Обязательно возьмите обратно ракетный ускоритель, потому что он слетел. Многие могут не заметить этого. По хилам. Стреля, орешка, шиншила. Шанишка. Остаетесь на нашем корабле. Шанишка, подходишь ближе к краю. Азерона, твоя сестра. Перелетайте на вражеский корабль. Шанишка, перспективно следишь за танками. Все больше остальных никому можешь не хилить. Я не знаю, у меня почему-то шиншила еще, знаешь, из советского мультика такая. Шиншила. Все, все готово. Кулак пока там дайте, пожалуйста. Где вы были, нахуй, когда я кулаки давал? Мы будем биться со смертельным врагом, Лактарага. Ну не на одном коте. А, на них каска. Тут у вас либо каска, либо кулак, ребят. Два паладина, ты чё? А, всё. Хорошо. Вы видите? Типа, получить баф не стойте где-то в пизде, вот и всё. Агрессив, грубо говоря, ждешь первые там секунд 5-10, вот, потом только перелетаешь. Не нужно прям сразу вылетать. Вон я колодец поставил, вон там имба-балка, на нее запрыгиваешь, и тебя отсюда можно хилить. Перелетай. Мурадина поймал. По Мурадину никто не играет. Заливаем весь трэш. Убили мага. Паладины по возможности, как пушки активируются, люди в них сядут, накиньте на них кулаки.
отлично, все. Еще одного мага, думаю, удержишь. Сейчас выходит маг, заливаем его, все перелетают, а потом уже перелетает агрессив. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки! Мортирщики, заряжай! Все, ДДшки перелетели с вражеского корабля. Огонь! 3, 2, 1, агрессив, улетай. Ты на вражеском короле лежишь или тебя на наш перекинуло? Агрессив, агрессив, прилетай. Ты что, уснул? Лови, лови, живите, ребят. Бизи, на вражеском корабле лежит твоя сестра. Подними ее. Лол, блядь. Нахуй такие ники, дед. Где-то рядом со сестрой госпожа Ходи, да? По магу играем. Мага убили, перелетаем. Прикинь, ник твой батя. А, нет. Есть по-любому. Есть такие. Давайте, РДД и хилы тоже перелетайте. Скиви. Все, агрессив тоже перелетай. Залили трэш на нашем корабле. Я никогда не забуду, когда мы в РС были, короче. И у нас АФК шел вар, мой господин, блядь, ебать, я там заебался с ним. Ты прилетели, агрессив первый. А, все добили, молодцы. Мой господин, ты где, блядь? Да, да, да. Он постоянно пока жена. И я как долбоеб, мой господин, вар, блядь, вар, долбоеб, туда-сюда, мы тебя уже там грубить начал. Ну, сперва, короче, мой господин, ебать, там хохма была. Ой, блядь. Все, Войд, готовься. Я в ШП спекнулся. Да, ебать, боюсь, боюсь. Выпало? Ну, у тебя сейчас остальное либо мне закинешь, либо я заберу обратно. Ладно, я даже масло намажу ради тебя. Вы так вежливы, сэр. Да. Без масла-то сухо будет. Здорово еще раз. Этот, вы по очереди, интересно вам? Да, рейд на кораблях упал. Трипортовара упала. Твоя сестра упала на корабле. Трипортовара. Так, вы там девчонки. Крит РПБ, ботинки. Миликовские. С леди. Ну. А этот абринтролька не падал? Есть, только ставлю. Да, не сам. Брентроль не падал. Брентроль не падал. Прекрасные ботинки, что на ДК, что на Вара, что в коллекцию. Просто лучшие. Данька, слышишь, если там будет, ну, фул наша пати, то ты тоже там можешь на брентроль по родовца поискать. Это понятно. Я имею в виду на будущее. Да не стесняйтесь, Шнурки писал, что он на фулл ИП будет ботинки запирать. Пиши сразу, все, у него больше.
Разорив там, его хотя бы. Кстати, с кровью тоже можно будет, если никому не надо. Ну, там, конечно, уточнить надо. Я ж не знаю, кто там. Это прекрасные ботинки. Колечко про роль. Давайте будем видеть, о чем мы это. Сейчас думаю, в какашу босса следующего. Рыба. Рыба под боссом. Ну так ставь ставку себе. У тебя там 10 что, думаешь, нету или что? Где агрессивно? Минимальный, минимальный по-любому у вас есть. Ну, 10 сам себе и все, нахуй. Десять можешь поставить, скил, да? Это вообще типа понты, типа тебе ты получишь за этот рейд по полторашку, грубо говоря. Андрюха, кто такой скиллар? Это новый какой-то человек? Не знаю, я не брал его. Это я взял, это, короче, медведь танк. Это новый человек, Войт? Ну да, новый. Это мой подписчик. Это мой подписчик с Ютуба. Сейчас, тогда я поставил. Подписчик на Ютубе. Ну, у меня их 251, если что. Это, кстати, я подписчик. Ты не подписчик. Да, бля, нихуя. Так ты звезда, блядь. Да пиздец в натуре, блядь. Ты очки солнцезащитные одела, жена, блядь. Орешка на стол. Осталось мне придамажиться. Да иди ты в жопу. Ты кому ты нужен, блядь? Это 100 на оф, это... Взял, забрал, вот. Босса я... бить будем? Нет. Я 15к дам, порадуюсь. Пуща напилует. Так, трусеватель первый, кончишь. Мне 10 за запуск снимите, орешки верните. Ну уже поздно, короче, да. Дайте Геру. Гера где? Геру, Геру, ребят. Лёва, дай по нам кулаки потом. Ебать, мы с тобой два ретрика, блядь, два пассажира, блядь. Короче, ребят. Давай поездку. Какую поездку не надо? Ты чё? Сдам боб по финде тогда. Нечестно, Войд. Чё засал? Да ты нечестно играешь. Трэш, трэш, снимите, пожалуйста. Просто без пески засел. Я тут потею сижу. 14к кручу. Ты еще читами какими-то пользуешься. Стреля тотем со страгем. Трусевателя дай массив. Шивышку дай.
И еще давай ПС. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Агрессив забирай, когда на нем метка. Слишком много раги. Агрессив забери. Рага не зависит от меток, если что. Нет, там в этот. Он ХП же восстанавливает, если бьет с меткой, насколько я помню. Вот он восстанавливает, рога от этого не зависит. Это нечестно, вот. Нет, это нечестно. Это нечестно. Все, ай, блядь, это нечестно. Ты лох. С ПС-кой сидишь. А это все нечестно. Да, 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 конечно. Это нечестно. Дай, блядь, разница 500 ДПС. О, это мои запы, это я беру. Че, ты кожаный Ваня стал или что? Тогда как раз последняя шмотка, походу, на меня. Еще тренинку надо будет зафыбить. Какую? С волю? Лазер мастер? Зов, 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 сори. Это кольцо оскорбляет, ты будешь пробовать? Так, еще кто вообще не хочет забирать вот эту шею? Что-то настолько закушались? Ну, помойка. Ну ладно, зато я тебя на ДК передамажу. Кольцо. Крит, крит скорость. Если начислят за босса, то даю 200. Андрюха, как у тебя печать в таком дерьме, я не пойму? Ну, потому что я бегал, весь страж бил, блядь, справа-лево, пока вы там стояли, манекенили. Таунтил, по нему страдал, мастаунты давал. Понял, принял. Просто можешь этот... Так, у орешки плюсанул, обратно минусовать. В смысле, я плюснулся верно, не знаю, что-то минусовать. Там мы не тому отняли. Стоп, простите, Марс, я сейчас всю битву провел. Следующий сейчас 200 должно быть. Вы оба по 100 поставили, да? И обоим... Марсес отказался. Все, я не увидел этого. Давайте, ребят, там, силы бегите, все, разбирайте трэш уже. Была самая важная битва в моей жизни. Я ее проиграл. Не забирай все, Варчик. Ребята, если там мои персонажи какие-то понадобятся, ну, то есть у кого аккаунт есть, если надо, там тоже кому отдам. Если пойдете вдруг на фол, то можете тоже брать. Смотри, блядь, бегу, короче, вижу АФК 1, 2, 3, сейчас просто минуса буду давать, нахуй. Вы заебали. Вот честно, что в основном рейде, что тут? Минусы. Предупредительный щелк. Не успели, блядь, два босса пройти уже стоят. Дексион, Валькира, Дексион, Валькира. Так сейчас радичек сделайте, кто АФКшит, то минусует, все. Ну так возьми себе оружие в руки. Ассист называется. Да при чем тут не тело, типа, ну ты же сама живешь в позднем времени. Сидеть тут, ну типа, по 6 часов, это ж пиздец какой-то. Так, грязевар собираешь. Грязевар минус 10. Орешка обмен за кольцом. Звезду метку поставил на себя. Даже лобстера не передамажил. Я чё, я без кулака бил полбоя, потому что я, блядь, решил двоечку пожмякать, чушит. А ты прям шипа мейнишь или чё, интернет? Нет. Или это у тебя твин? Я ж помню, ты это, мейнил шипа. Так, когда в целка пришли, ДЦ начали. А, запы кожаные. Ну, ДЦ, ну, хилак, короче. Кто-то там хотел кожаные запы.
Давайте, 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 разрейте, разрейте. 2000. 4. А у Налиша что, нет до сих пор? Да, у него нету нифига. Сколько, Ваня? Давайте, ты дай 9 косарей, короче, дойдете. Ваня, сколько ты кожаным дал? Я не шесть кожаным. Ваня, жарим всех подрал. Так сколько я ДПС дал? 14 с лишним. Да, с пула проебался, короче, по полной. Ну, думаю, 15-16 может, да. Так,